Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Сергей. Я Антон, это Сергей. Пока логично. Я Вова, да? Это Максим. Максим. Я Рома. Да ладно, сиди там уже. Тут вы говорите, что ассоциируете себя со следующими животными. Вамбат и ленивец. Да. Но кто как из вас... угадайте, кто? Я так понимаю, вы вамбат. Нет, вы ленивец. Вот, да. Вамбат, это вообще крыса. Я честно говоря, да. Вот я у него спрашиваю, почему вамбат? Он говорит, да, нормально, смешно. Нормально, давай. Да. И работаете в дуэте, сейчас ведете какие-то корпоративы, наверное. Там, да. Или есть какая-то профессия? Нет, в принципе, мы... Если брать по профессии, то я, как у вас написано, газоэлектросварщик. А я инженер, да. Но занимаемся больше частью юмором. У нас этого не написано. А, не написано инженер. Ну, газоэлектросварщик. Электрогазосварщик-то написано. Извините, что мы вас обидели, да. Ну что ж, ребята, вамбат и ленивец. Да, let's go. Ну, то бишь, давайте. Спасибо. Окей, друзья. Правила очень просты, дорогие друзья. Одна минута на то, чтобы развеселить наших комиков, и в случае успеха вы получите 5000 рублей. Итак, случай в подъезде. Дин-дон. Люда, у тебя, походу, муж дома, я завтра зайду. Следующее. Урод дома. Блин, ну кто же, мальчик или девочка? Так волнительно, господи. Лучше бы мальчик. Да не, наверное, девочка тоже неплохо. Иванова! А? Вы что, курите? Я уже рожать сейчас. Да, конечно, рожать. Дальше. Итак, представьте, миниатюра. Где твой рик? Максим Галкин и Владимир Зеленский в бане. Кто из нас кто был? Да, не важно. А в чем смех? Сегодня после программы пойдем в баню. Да и выясним. Поржем. Да, поржем. 5000 рублей за банный юмор. Получает дуэт из Санкт-Петербурга. Хотя я готов был развеселиться еще до этого, потому что сцена возле роддома начиналась «Урод дома». И я думаю, почему «Урод дома» и почему он «Урод»? Надо было так и почему он курит дома, этот урод? Ребята, продолжаем или остановимся на этой замечательной сумме 5000 рублей? Вы берете вторую минуту? Да. Она начинается. Все. Эй, старуха, гони пенсию и сумку. Что? Я! Рома, извини, ребят, вот... Я уверен, что это был не конец миниатюры. Не конец. Конечно, нет. Пенсионный фонд России представляет. Не, просто очень смешно, когда кто-то падает. А, просто смешно, когда люди падают. А, ну да. Скажите, ребята, если вы возьмете третью минуту, будете ли вы показывать снова эту миниатюру, или вы все-таки расскажете нам, чем она закончилась? Мне интересно, чем закончилась. Да? Ну, мы просто, да. Ну, попробуем. Итак, ну, давай с ударом тогда. Я сначала уж, конечно. Эй, старуха, ну-ка, гони сумку! Что? Я! Батюшки, что ж такое делать-то? Это ничего, это батон вчерашний продали, ироды! Надо было ее сейчас показать. Антон, Сергей. Роман. Третья минута и 100 тысяч рублей или 25 тысяч рублей, которые вы уже заработали, вы их забираете и уходите. Потому что если не рассмеются комики, вы ничего не получите. Чего? Тогда нужно было. Сейчас договариваться, кто кого сейчас ударит. Давай не рыбу. Я больше не буду, я не могу. Давайте сильнее ударю этим же пакетом. Я думаю, что он говорит, давай, если Галкина. Ваше решение. Галкина ударим, может быть, еще смешнее. Нет, если тебя ударят пакетом, тогда ты будешь смеяться. Я свалюсь со стула, реально. Плохая идея. Антон, Сергей. Как вы? Поговорите со мной, вы вообще... Я не знаю! Друзья, ну попробуем, наверное, что попробуем, да, почему нет? Что, берете минуту? Да. Все, она пошла. Итак, друзья, вы знаете, что есть в Санкт-Петербурге известный праздник выпускников «Алые паруса». Итак, представьте, 6 утра где-то на выпускном вечере. Я в нашей программе доказываю.
конца не могу ничего посмотреть. А мы можем до конца показывать между вот этими паузами. Понимаешь, да? Сюда связано, понимаешь? Если у вас неуравновешенный соведущий, понимаете? 100 тысяч рублей! Благодаря Максиму Галкину достаются Антону и Сергею из Санкт-Петербурга. И по правилам, которые у нас есть, вы можете либо забрать деньги, либо рискнуть и на 4-й минуте попробовать снова рассмешить Максима. Какой-то неоконченной миниатюрой. Четко, но если не рассмешите, вы ничего Максима не получите. Ничего не получите. Да, он говорит, показываем шутку, если что, ломай мне череп. Ребята, ваш ответ. Давай, озвучь. Да, друзья, мы продолжаем. Пошла минута. Итак, друзья, где-то на вечере выпускников в 6 утра. И мы за это уже заплатили. Нет, дело не в этом. Дело в том, что в этот раз было по-другому. Как? У него микрофон попал между щекой и полом и стал фонить еще к тому же. Он и до этого... А сейчас вообще... Сейчас, внимание, когда они начнут... Они совещаются ведь для того, чтобы продолжить дальше. Начнут они с этого же места. Уважаемые комики, уже 250 тысяч рублей выиграли ребята. Антон, Сергей, скажите, пожалуйста, готовы ли вы взять последнюю 5-ю минуту для того, чтобы попробовать выиграть 1 000 000 рублей? Когда серьезно? Правильно? Уже на 1 000 000? Конечно, уже на 1 000 000, уже 5-я минута. Серьезно? Макс, ты понимаешь, что ты вытворяешь? Я думаю, друзья, мы на этом остановимся. 1 000 000 рублей! 1 000 000 рублей, Антон! Слабаки. Просто мы не думали. Вот вы можете действительно собраться просто и... Нет, дело в том, что я-то собран давно. Антон, Сергей, 1 000 000 рублей. Когда еще такой шанс будет за 1 минуту заработать 1 000 000? О чем мы договаривались? Ну, да, да. Антон, да, Сергей, вы считаете себя профессиональными юмористами? Что ж вы не сможете рассмешить каких-то двух, я не знаю, еще более профессиональных? Каких-то двух клоунов, ты хотел сказать. Например. Да. Друзья, оставайтесь. Зрители тоже просят юмора. Слушайте, нет, но наверное, финал все-таки... смешной там? Да вообще смешно вроде как. Чего тогда бояться? Да. Че, конечно, хочется увидеть людей, которые идут на 1 000 000. Антон, Сергей, ваш окончательный ответ это... Да? Давайте, поехали. Давайте. Да. Все, что... Вы молодцы, ребята. Удачи. Минута пошла. Итак, друзья, это вечер мы никогда не показывали. В 6 утра где-то на выпускном. Петя! Дорогие выпускники, мы никуда не поедем, пока директор школы не сядет в автобус. Рыбу? Да. Мальчик, что случилось, мальчик? Я утром встал, у меня все себе съел огромная рыба. Что такое, говорю? Ну что, мальчик, ну что такое? Ну подумаешь, ну все. Пил. И, друзья, встреча выпускников в 6 утра. Ух ты ж, елки-палки, это же надо, это же надо, 11 ГФГ. Вы провокатор. Да-да-да, я же говорил. Надо было забирать 250 тысяч рублей. Конечно. Начало смешное. Ну, уже в третий раз не буду же я смеяться над тем же началом. Я искренне смеялся и искренне не смеялся. А мы искренне полюбили этих двух парней, ну, из Питера. Спасибо, Антон, спасибо, Сергей. Спасибо. Эти аплодисменты стоят дороже 1 000 000 рублей, мне кажется. Господа, главное вовремя остановиться.